Я прекрасен. Потоком воздуха, да? Да. Не ходи мимо него быстро. Я Анема Архонт. Да. Там кто угодно Анема Архонт, кроме Анема Архонта. Не вставляет нас за хейт. Давай решаем, кто первый. Гель ты, по-мужски. Ну. Давай. Цуефа. Цуефа. Я первый. Ну, тогда заходи. Так. Давай. Та-да-да-дам, та-дам. Извините. Та-да-да-дам. Сок. У нас сегодня полный ауф и ретроградный Меркурий. Ой, сегодня такой денек. Это отдельная история. Как у меня прическа? Не стоит. Зашел. Так, подожди, мне надо придумать, чем какое цены приманить. Ну, мне с кабинетом не фартануло что-то в прошлый раз, я не знаю. Я знаю, что сделаю. Что? Фонтан залил. Ну, блин, она Иисус Христос, суперзвезда. Ну, не обливаться же водой. Нет, ну, да. Есть еще пляж ее, этот, на котором они сражались. Ну, я все в Манштате. Мне же там в квартиру. Окей. Итак, ладно, поехали. На переговоры. Чьи? Их. Сары Кузи. Это же вообще просто. Я даже просто там пойман звезда была. Так, да, пойман звезда. Вот это вот. Листать. Вот это вот. 1, 2, 3, 5, 10, 15. 75, 167. Что делать-то? Итак. Что мы делаем? Мы крутим, да? В смысле? Доброе утро. Крутим мы коконы. Не перепутай, пожалуйста, баннеры. Я залезу в фонтан. Ладно. Буду как... Ну, только не взрывай его, пожалуйста. Тут масштаб летят, на тебя на зуб точит. Будем прям в фонтанчик сидеть. Еще главный террорист там крутит. Так-с. Круточка. Мы, кстати... Не тот баннер. Мы нашли довольно-таки неплохой и выгодный способ, если что, донейшена. Он выгодней, например, на процентов 40 по сравнению с игровым. Где-то на 40 и в некоторых случаях... Ну, почти пополам. Да. Вот он немножечко геморный, если у вас хреново сеть ловит мобильная. Но если оно вот того стоит. Да, вот оно того стоит. И мы, я сегодня, конечно, провозился с этим, блин, наверное, весь день. Но я добился. Ну, потому что мы в деревне, у нас все плохо. Да. Со связью всех видов. Ну что, у меня вот в итоге я сколько-то 30 круточек набрал этими всякими сундучками и так далее. Ну, а у тебя сколько-то откручено сейчас вообще? Вот 19. Это у меня 19. А, у меня 14, по-моему. Окей. А, ну, у тебя будет 50 на 50. Да, у меня 50 на 50. Так что цицы... Если не какоми, то кто? Цицы. Не, ну, а кого хочется? Джинки, цин. Потому у что кого их нет. Нету. Понятно. Да. Ну, но давай. Будет цицы. Если у тебя будет дилюкция 2, я тебя прям тут прибью, так, мне кажется. Какоми, я не знаю, как переманить. Я в прошлый раз гладил барашку, у меня тут же выпала козочка. Сейчас я прям даже не знаю, ну, облиться водой. Там, не знаю, рыбы нету, да. Иисус Христос, супер, да. Выпил водички. Давай. Надо плавать в туалете. Вот это вот. Да. Ковбой Библ. Незабываемый момент. Просто грибы. Трава видео. А, подбирать сюда. Баннер нужный. Да. Можно, разрешаю.
Нет, фиолочка. Ну, тыкай давай. Ты надеялся на раннюю? Да. А что так тихо? Почему? Нормально слышно. Синсю. Бьет. У меня он так и не выпал. Сахароска один раз. Зато я Дорис лутала цепеть. Ну, один он, понятно. Тебя еще и на это байтит. Дальше. Нет. Ау. Ну, давай. Не падай духом, пока рано, подожди. У меня 8 скорость, в любом случае хватит на цы. Ну, я сейчас ржу-ржу, и вот реально вот выпадет. Доржусь. Да. Накаркаю. Да. А, нет, пока еще нет. Я думала, Синцю собрался. Вроде бы нет еще созвездия. Для камеры. Если что, жму. Раз, два, три. Ну, госпожа Сангономия. Аватас умирожденная. Извините. Драконий рык, любимый. О! Еще одна Дори. Ну ты хоть созвездие налутал чуть-чуть. Тот зеленый меч мне все время напоминает этот. Пятизвездочный есть. Угу. Пятизвездочный. Где? Райден, помолимся. Ну давай. Моя уже, богиня, да. И я сделаю татуировку. Так, нет. Я на бачке себе сделаю в ромбике Шенхэ. Потому что я обожаю бачка Шенхэ. Это мои любимые бачка. У нее там вырез есть ромбиком. И вот он такой трогательный. Да, вот сжал, хочется прям пожать. Вот я себе сделаю. Вот. Я тебе сейчас двину. А вот на руке. Ты не выбьешь какой-то. Я здесь хочу Райден. Нет. В смысле я не выбью какой-то? На ластах себе какой-то набью. Но опять никакой. Никакой. Ух ты, божечки. Саю. Хомячок. Как мне тогда этот рейзер выпал, я офигела. Потому что он был, ну, как бы, не их баннер. Драконоборец. Двинутый переговоров. Это итовская ульта. Так средний хрёстнул. Далее. Не та кнопка. Ой, извините. Explosion inside city wall. Grounded be thy woe. Explosions can hurt people. Jin can be dreadful. Mondstadt be bombed. Klee be doomed. Those are the survival rules that the Knights of Favonius gave me. Вот. Вот она как раз сейчас говорит о том, что Джин будет ругаться, если кто-то пострадает. Потому что нам надо кого-то лечить. Кем-то лечить. Не кого-то, а не, кем-то. Ну, у тебя есть кем, так что не надо тут. Ну, это как... у меня Барбара и Джин. Мне нужна Какоми, чтобы она вот а стояла у тебя на моем... Созвездия. Нет, мне нужна Какоми, чтобы она стояла на моем любимом столбике. И говорю, о, Сахарок. А, кэшбэк, да? Кэшбэк, да. Град. И с этим голосочком приятным. Что-нибудь вот мне вот да, она... перед сном. У нее самый успокаивающий, да. Приятный голос. Прям такой релаксирующий такой. А Сахароза кэшбэк, Дори созвездием. Кэшбэк, все, да, она да, у вижу. Тебя шестое. Ну, шестая была уже. Прям еще в прошлый раз брал. Да ну когда, господи, ты боже, ты мой. На 90. А, ну походу. Тебя по полной байки. Еще что-то. О, град с церемонией мемуары. Вообще огонь. Отлично. Еще одна. Вот ты говорил, у тебя Дори нет. Ох. Дори, я смотрю, в этом баннере падает ну, хорошо. Ну, она неплохо падает, да. Ой, ну, у меня всего-то осталось. Будет сейчас. Ну, давай, сейчас уже. Па-бам! Во! Ставки. Ну, давай, какой-нибудь, пожалуйста. Прямо страшно. Прямо сердечко.
скотина, ты понимаешь, насколько? Ты уже не первый раз выигрываешь 50 на 50. Я ее выиграла один раз. И бесструнный, да камон! В смысле? У меня таких крутких было, не знаю, за всю жизнь. Сколько-то штук, ты даже не заскринил. Да ладно. Ну, ладно. Сейчас я орну. Вторая, как умерла. Сейчас еще раз, я была голда. Да. Ты докручиваешь на Доре созвездие, что ли? На Рейден оставим. На мою богиню. На Рейден ты как раз таки уже ничего не оставил. Ну, эти... накрученные. Да, понятно. Еще одна Дори. Мне кажется, ты ее соберешь. Ну, сейчас посмотрим. Нет, все еще нет. Ну, это, возможно, какой-нибудь тоже пятое. Да. Все. Да-да-да, моя сладкая. Те божечки. Так, давай, тыкай. Ну, град, что? Вот она моя. Да. Малышечка. Русалочка. Русалочка наша. Да. Ну все, теперь ты будешь засыпать. Да. Под ее голосок. Сбылась мечта. Дори. Созвездие. Ой, да, это фул. Было цианин мне. Да, Грац, у тебя все-таки фул. Мне до фула одна штучка останется. Ну, мне там... А, да? У меня цепь. Это за сейчас? Да, я же тебе говорю, ты собрал. Ну ни хрена себе. Ну я так чуть-чуть читала. Не за прошлый раз? Я просто не помню, сколько у тебя было. Ну, видимо, она выпала тебе два раза. Это сама непосредственно Дори и первое созвездие. Офигеть. Да. А кто еще был? А, Саюшка. Ну вообще, четвертый значок огонь. Классно. Это я не вижу. Новая форма линии. Ну, мне нравится название скилла. Это про нас. Да. Сюнцю, ништяк. О, и Сюнцю фу. Ой, вон. Фу, слушай, ты прям побил вообще этим баннером. Прекрасно. Всех на баннере, потому, все шесть. Я сказал, что я хочу вкачать Елань. Да. И он такой. Подождите, да? Подержите мое пиво. Ну все. А, сюда. Вот здесь надо нажать. Микрофончик. Чтобы приняла, ну, новый персонаж. Четыреточие. Все, какомечка у нас готова. Грац. Вот она у тебя куда? В бездну с кривопачкой? Или неизвестно какой? Она для успокоения. Окей, хорошо. Блин. Что тебе добавить? Take heart. Victory will be ours. Hold the line. Не. Да божечки. Все, ты счастлив. Ну, а свой пончик она получит уже на реран, да. Ну, кстати, реран ее выкатили очень скоро, да, у нее полгода, по-моему, было с марта, она тогда с Рейден была последний раз. И это был сюрприз для всех, потому кстати, что мы ее не ожидали. У меня зеленая феечка. Да. У меня голубая. Сопелька. Ужасно. Все, давай вертай меня. Все, да, теперь Маня заходит. Так что, всем пока. Оу, пока. Всем пока. Иди Маня. Отсюда. А как выйти из игры? Ты сделал что-то не то. Ты можешь эту фу, изыди. Это все вишневый сок. Ну, да, да, конечно. Ауф. Ауф. Заразаш. Почти до гаранта это тянуло. Да не почти, я думаю, там прям совсем дожало. Ну, где-то 80, наверное, было. Потом у меня посмотрим. 70 было в итоге. Всего круток. 80. А, нет, я имею в виду, вот циферка в начале была. 80. А, тогда это 90 было. Ну, вот, я же тебе говорю, у тебя прям до победного. Почему у меня какой-то квест идет? Забьем. И мы снова здесь. Да. Так, я тоже... Так, главное... Кокуми. Крутим Кокуми. Я в прошлый раз проиграла 50 Кокуми. На 50. У меня была Джин первого созвездия. Кокуми. Да-да. Было откручено после нее 19. Вот. Ну,
В общем, посмотрим. Мне должно хватить, я надеюсь. Вот. Ну вот теперь она будет у меня стопроцентная. Давай. Ну, типа, не прямо интересно. Вот сейчас. Нет? Нет. Синсиум. Чудо. Первый раз выпал. Тот-то я вообще, того я вообще купил. В магазине. Он... А у тебя он ценой? Да. Он мне тут раз не упал ни разу. По-моему. Что-то один раз сахароза. Ну, мне смотри, у меня сахароза в C6 собралась. Синсю в C6. Дорис в C6. Синсю тоже в C6? Да. А, то есть у меня весь банок в C6? Да, я же тебе говорю. Осталось какой микозу в C6? Так, я тебе еще ударю больно. Вот этим. Угу. Дубины переговоров. В любых непонятных ситуациях. Ну, вот и вот хотела. Струнный. Почему? У меня его и так нормально. Ну, так что вот у меня это. Угу. Еще и бесструнный. Да не, ну просто так нормально нападало. Вот я понимаю, если вместе с Кокоми упал бы Джин и Кицин. У меня их нету. Это два просера подряд тебе не смущает? Нет. Понятно, меня решил ты... Ну, а, сахарок хотя бы, спасибо. Милашка. Смотри. Простите. У нее чулочки, и вот няшечка. Где чулочки, у нее прижимается кожица. Да. Милота. 18+. Меч на крит. Тоже решил я ходил аяк и с другим мечом, не на крит, а на, я не помню на что, но там кристальчик такой, он просто красиво выглядит. Как она меня любит. У меня ни одной сарочки нету. У меня это теперь первое созвездие. У тебя уже первое, да. Созвездие. Это единственный четырехзвездочный персонаж, которого у меня нет. Которого у тебя нет, я знаю, да. Ну, на Рейден, думаю, она единственный. Точно будет. Ты ее выбьешь, не переживай. Единственный. У меня, чувствуешь, да, у меня вообще падают. Мне нужна, эта Тенгу. Да, ну она клевая. У нее ешечка бафает. А когда-нибудь какой-нибудь выйдет погулять, нет? Вообще, типа Штенга, они учили боевому мастерству. Дорица 6 последняя. Ну, да. Ну, вот эти вот. Это же, по сути, демон или как-то да? так? Да. И они... Да, Кони тоже. Ну, Кони, да, но Тенга, они любовь. Такие... Они же... Не, я имею в виду Тенга, они как это учили боевому мастерству своего вот этого вот... Угу. Раба. Не знаю, кем они там. Опять сахарок, ну хоть что-то. Смотри, вот. Ну, нет, ну сахарка не здесь. Две. Дори фул. Вот прям точно, сахарок нет. А когда-нибудь каком-то выйдет погулять вообще? Что творится-то, я не понимаю. Ну, слава богу. Видишь? Где мой Иисус Христос? Вот я с этим ходил. Где моя рыбка? На яке. Которая русалочка. Делюк. Ну, делюк. А, не, кицин. Нет, ты что, озверел, что ли? Нет. Тебе кицин? Нет. Ну, офигеть, две какоми. Да, это кэшбэк уже. Да, собралась. Все, отлично. Сколько тебе еще осталось? Нисколько. Точно так же. Так что мы в нулину. Пятюню? Да. Да, пять, сучка. Ну, в общем, ну, Какоми дома у нас обоих, так что все хорошо. Все, мы будем спать. Ну, походу, мы не проснемся, X2 тут, так что все хорошо. Будем спать сладко. Ну что ж, следующие пару баннеров, наверное, мы пропускаем. Хотя Нилу я бы, ну, как... У нас Венти Сайно. Нилу милая, но, наверное, ей уже, не знаю... А Нилу Сальбедо. Это уже официально. Ну, на Альбедо мне пофигу. Нила просто милашка. Вот. А дальше у нас кто там? Пока неизвестно. Нет, ну... По сливам? Нет, ну вот представили... Венти, Сайно, первая половина. Пофигу. Вторая половина, Нилу и Альбедо. Я переживу всех. Я тоже переживу всех. А Маргонина лох. Ну, она поймет. Маргонина это лох. Вот, потому что ей Альбедо нужен, но она тупит. Маргонина? Ты лох. Да все. Вот.
Хватит задротить в учебе. Все равно будешь это... Свободная касса. Ну, хватит гнобить, ладно. Вот. Ну, следующие сливы, они пока под вопросом, потому что вот тут думали, что будет Эола. И ее перенесли. Да фу, ты извращенец. Так что вот так. Ну все тогда? Да жди, ну еще созвездие такое. Ну, чуть-чуть. Вот я даже не знаю, сахарок у меня сколько. Ну, 2 целых, отлично. Хоть что-то. А то мне вообще... Ну, это юшка и ешка. Угу. Цинцю, вот. А, С1 все-таки был. В прошлый раз все-таки, значит, один упал. Тут еще один. Дори последняя собралась. Надо и колокол отдать, если забываю. Я уже отдала. А, и Сара первая. Отлично. Юху. Как умечка. Птюнь. Созвездие птюнь. Птюнь. Где наша рыбка? Которая русалочка. Все, я очень рада. Будем качать. Будем качать. Да. Гора еще что ли от это? Додвигается у меня. А, да, потому что у них с какоми полностью совпадают ресурсы прокачки. Не, ну то, что знаете, все-таки горы надо докачать, не? У них жемчужины Санга и призраки. То я и так тут козу вкачал до 90-го, амос ей вкачал. Вне очереди. Практически, да. Вот, сейчас еще думаю цицы вкачать, не знаю. Розарий, такой сексуальный голос. Ты что, не знал? Uh-huh. За что я ее люблю? Ну, так вот. Ну, все, ну, наверное, я не знаю, на Нилу... Может быть, мы крутанем пару раз потом Нилу. Я точно не знаю. Но, да, вот. В следующий раз у нас... Там по сливам дальше торт почему-то с Яемика. Ну, как показали эти сливы, они все оказались... На воде вилами. Да. Все. Нет, что-то сбылось, а что-то нет. Ну, знаешь, мы с тобой без сливов, помнишь, вот рассуждали, кто будет четырехзвездочный персонаж и так далее. Мы... Ну, почти угадали. Да, но не почти. Мы, в принципе, всех предсказали. То есть мы на парочку персонажей больше. Но в итоге мы молодцы. Ну, чё? Всё, всем пятюня. Пока-пока.